Урожай 2016, реформа ЖКХ, подготовка к зиме, децентрализация и служба по контракту. Актуальные вопросы жизнедеятельности региона рассматривали на коллегии облгосадминистрации. Подробнее наши корреспонденты. Первый этап операции «Урожай-2016» – мониторинг земель сельхозназначения. Проверяли, как платят налоги и насколько справедлива арендная плата. По результатам делают первый вывод – примерно 40% земли находится в тени. Только исполком Запорожского городского совета не создал собственной рабочей группы, мотивируя незначительным количеством сельхозземель, что не подтвердилось главным управлением геокадастра в Запорожской области. Мониторинг мы этот проведем и покажем и нагрузку на каждый гектар у крупных производителей, сколько они платят налоги и почему они так сильно нервничают, и почему это все сконцентрировано только в одних определенных районах, где присутствуют данные обработчики. Не буду пока называть фамилии. В Ольнянском районе утверждают, за полгода вывели из тени 1000 гектаров. Никто, как вы говорите, местных церквей не покрывает. На сегодня в рамках операции «Урожай», то, что мы, так сказать, еще находимся в работе, мы говорим ориентовно про 1800 гектар земли, которые используются без документов. Из них на сегодня по 302 гектарам – это Михайлівська сільська рада, Михайло-Лукашівська сільська рада, Матвіївська, передано в правоохоронні органи для відпрацювання і встановлення осіб, які здійснюють цей обробіток. Рассматривают на коллегии состояние службы по контракту. Плановое задание выполнено на 115%.